Елена Элина Кеттунен, Финляндия. Но это в какой-то мере тоже неожиданность. Пятое место у нее после короткой программы. Второй раз всего она выступает на чемпионате Европы. Ну, правда, дебют был более удачный. В прошлом году 7-е место. Музыка композитора Говарда Гуддейла. Комбинацию она передумала все-таки пройти. Тройной Ридбергер. И с переходом на вращение. Молодец, тройной флип очень чисто исполнила Элина. Она, между прочим, на чемпионате Финляндии вторая. Она уступила Сюзанне Пойкио, которая, кстати, сейчас рядом с ней в турнирной таблице. Элина пятая, а Сюзанна шестая. Что это еще и своеобразный принципиальный спор двух лучших фигуристов Финляндии. Конечно, если сравнивать вас с сложностью, то намного-намного сложнее программа у Элины, нежели у Ванессы Гуссероли. Тройной луз прыгнула. Двойной аксель. Знаете, вот сейчас у нее дорожка шагов по кругу, но вот практически 90% спортсменок заканчивают свою программу, произвольную программу комбинации вращений. Ну, посмотрите. Гильман у нее в этой комбинации. И второй вариант, ну, полный Гильман, но тем не менее хорошая комбинация. Вы знаете, очень приличная программа, очень. 20-летняя студентка из Хельсинки. Кстати, позапрошлом году она прилично выступила на чемпионате мира среди юниорок, где заняла 5-е место. Это было ее второе выступление на чемпионате мира. Она в 99-м была 14-й. Опять, вот видите, какой скачок с 14-го на 5-й.
Мне кажется, что у нее есть шанс сегодня улучшить свой прошлогодний результат. Напомню, она была 7-й. В чемпионате мира 11-й. Думаю, что поднимется она все-таки. Поднимется, чтобы таблица. Еще раз напомню. Седьмой она была. Седьмой была после короткой программы. Тренер и хореограф радуется успеху своей ученицы. Действительно, откатала программу отлично. Элина Кеттунен. Кстати, она чемпионкой Финляндии была в прошлом году. И как раз дебютировала на первенстве Европы. Хорошие оценки. Хорошие. Ну, сейчас у нее бесспорно будет лучший результат. Да, все поставили ее на первое место. Молодец, Элина Кеттунен, Финляндия.